На Ставрополье продолжается неделя Новосилецкого района. В эту пятницу с продукцией, культурой и успехами этой территории смогут познакомиться все желающие жители краевого центра. Ну а у зрителей своего ТВ такая возможность есть уже сейчас. Наши корреспонденты подготовили серию репортажей о районе, его проблемах и достижениях. Есть ли в селе культурная жизнь? Этот вопрос заинтересовал Марию Гнездилову. На сцене Новоселецкого дома культуры настоящее цирковое шоу. Выступает больше десятка юных артистов. Каждый в своем жанре. Влада Сафонова – ассистент режиссера, а по совместительству – жонглер. В прошлом занималась гимнастикой и акробатикой. В цирковую студию девушка пришла в 5 лет. Ну, вообще, все сложно. Это главное начать. Главное что-то начать делать, а потом уже все становится легко и уже не сложно. Все дается, да? Да. Главное – хотеть. Народная цирковая студия «Орликина» – особая гордость новосельчан. Здесь занимаются больше 100 человек. Артисты цирка выступают на районных праздниках, участвуют в конкурсах и фестивалях. Блистали новоселецкие циркачи и на закрытии Олимпийских игр в Сочи. А это Дом культуры села Китаевского. На сцене единственная в крае агитационная бригада. Называется А плюс Б, что означает агитация и бой. Это земля, о которой книгах ты читал когда-то. Это земля, что без денег делает тебя богатым. На этот раз со сцены девушки призывают охранять и беречь природу. Так говорят участницы агитбригады, они пытаются сделать мир лучше, а людей – культурнее. Агитация к стремлению людей быть немного лучше, чем они есть на самом деле. Почему вы решили агитировать? Ну, потому что я хочу видеть мир лучше, чем он есть на самом деле. Сейчас он, вы считаете, не такой хороший? Да? Ну да, есть недостатки. Агитацию ведут с помощью песен и сатирических спектаклей и опираются на опыт предшественников. Коллективу уже 50 лет. 67-го года работает. Это народный коллектив, который выступал и на международных конкурсах, и на краевых, и на российских, и на юго России. Это старый коллектив, но который все время меняется. Большинство участниц агитбригады участвуют и в других коллективах. А вот штаны и блузки артистки сменили на красивые платья и выходят на сцену, на этот раз без боя, с танцем. Новоселецкий район богат на таланты. В местных домах культуры занимаются больше 3000 человек. Почти половина – представители молодежи. С этим танцем что вы хотели показать, что вы хотели рассказать? Красоту русской души. Гжель. Это же русские узоры. Какая красота. Это репетиция перед большим концертом в Ставрополе. Народный ансамбль «Сударушка» и агитбригада «А плюс Б» вместе с другими группами будут представлять район в краевом центре уже в эту пятницу. И намерены всем доказать, что культурная жизнь на селе существует. Мария Гнездилова, Анастасия Зубрицкая, Сергей Трегубов. Ставропольское телевидение.